Привет. Хотите знать, сколько женщин радостно согласится на МЖМ, а сколько подойдут на развод, если муж предложит тройничок? Я провела анонимный опрос среди женщин и сейчас все вам расскажу. С вами аморальная штучка. И я обсуждаю здесь то, о чем остальные стыдятся говорить. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. А также задавайте в комментариях вопросы и оставляйте свое мнение. Мне всегда интересно их читать. Но еще откровение на моем телеграм-канале. Ссылка под видео. Подписывайтесь, и со мной ваша сексуальная жизнь станет намного интереснее. Итак, результаты анонимного опроса среди женщин в моем Телеграм на тему «Ваша реакция, если муж предложит МЖМ». 33% женщин ответили, что он и так уже предложил, и они это практикуют. 23% ответили, что согласились бы. Но вряд ли муж это предложит, и им приходится об этом только мечтать. 14% женщин ответили, что они хотели бы согласиться. Их это возбуждает, привлекает. Но что-то мешает ответить «да», и они уйдут от разговора на эту тему. 6% отказались бы, но хотели бы осуществить это с незнакомцами. Так, чтобы муж никогда не узнал. 8% согласились бы, но у них нет мужа. И 3% ответили, что согласились бы в обмен на ЖМЖ. Какие прекрасные женщины. На этом позитивные ответы закончились. Обратите внимание, что их оказалось аж 87% в сумме, из которых 14% хотят, но очень боятся согласиться и не признаются в этом. Остальные, всего лишь 13% ответов, были негативные. 8% женщин решит, что муж их не любит, раз готов делиться с другими, и обидятся. И 5% женщин сразу же подадут на развод, потому что не смогут больше жить с таким извращенцем. Конечно, в моем телеграм-канале в целом собралась очень секс-позитивная тусовка и какой-то процент свингеров. Поэтому так много голосов за то, что муж уже предложил, и они практикуют. И если бы мы проводили такой же опрос в другой выборке женщин, цифры могли бы немного отличаться. Но не очень. Скорее отличался бы только первый пункт, и тех, кто реально практикует, было бы в 2-3 раза меньше. Остальные показатели были бы примерно такие же. А вот если бы мы устроили такой опрос среди я же матерей или в глубоко религиозной среде, ну, результаты, вероятно, в большинстве своем были бы максимально негативные. Пишите в комментариях, удивили ли вас эти цифры и что вы думаете на эту тему. Не забывайте про лайки, подписку, чтобы мотивировать меня снимать еще больше интересных видео. И я вас всех целую. Пока-пока!